Растолстевшая Гусева сделала заявление. Знаменитость не скрывает, что сильно поправилась за время карантина. Новый проект помог Екатерине Гусевой вернуть прежние формы. Ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, заставили многих артистов уйти в вынужденный отпуск. Екатерина Гусева не стала исключением. Самоизоляция подарила звезде кино и сериалов небольшую передышку. Незапланированный отдых не лучшим образом отразился на фигуре актрисы. Она наела лишний вес. Да самоизолировалась до 60 с лишним килограммов, призналась Екатерина Гусева. Кроме того, 44-летняя артистка перестала чувствовать легкость в теле. Она внезапно ощутила себя статичной. Очень кстати оказалось предложение от проекта телеканала «Россия-1» «Танцы со звездами». Екатерина с радостью согласилась на работу. Тело знаменитости требовало движений. По словам артистки, навыки, полученные в рамках шоу, она обязательно будет использовать в дальнейшем. Теперь на выступлениях и концертах она будет не только петь, читать стихи, но и танцевать. Тренировки для танцев со звездами Гусева совмещает со основной деятельностью. «Находить силы на репетиции непросто», — говорит знаменитость. Артистка повторяет номер каждое утро, до или после работы в театре. На это уходит 1,5 часа. Екатерина Гусева подчеркнула, что результата добивается только тот, кто вкалывает. На записи прямого эфира нет права на ошибку. Как заметила Екатерина Гусева, параллельно с танцевальным шоу она работает в театре имени Моссовета и в театре оперетты. Также актриса снимается в фильме.